Очень трудно сказать, что изменилось для меня, потому что так для меня лично такое не существует, потому что все зависит от обстоятельств, от ситуации, которые во время войны существуют на территории Украины. Все перемены, которые происходят во время войны, это касается любому солдату, который принимает участие в этом войне. В первую очередь я хочу отметить, что самое главное, что уверенность в победе, что победа близко. Вот это чувствуется уже в каждом солдате, потому что это справедливая война, это война против зла. Но сейчас чувствуем не только победу, чувствуем, что это уже близко. Скоро это закончится, закончится победа Украины. Украина обязательно восстановится, и территория целостность, и зло будет побеждено. Это первое, что чувствуется в настроении, в психологии каждого солдата. Второе, это, в общем, изменилась ситуация раньше. Например, когда бомбили, когда стреляли крылатые ракеты и так далее, только 10-15% отбивал наше ПВО, а сейчас практически 80% уже уничтожает украинское ПВО, этих крылатых ракет и так далее. Так что в этом смысле наше небо стало более защищенным. Это изменилось то, что если раньше каждый день мы слышали, когда мы брали с нас интервью, что русские брали новые города, новые поселки, сейчас наоборот. Сейчас Херсон освободились, какое-то село, город и так далее. Сейчас Украина постепенно возвращает те территории, которые оккупированы у русских. Так что в этом смысле я могу сказать, что очень много изменилось. В первую очередь все изменения ведут к тому, что Украина обязательно победит в этой войне и скоро. Когда Украина восстановит свою территорию целостность, это не означает окончание войны, потому что русские могут со своих территорий бомбить и так далее. Я думаю, что война будет окончена, когда Путин расплачется перед военным трибуналом в Гааге, когда его будут осуждать как преступника, как маньяка, который чей приступ унес сотни тысяч жизни сотни тысяч людей. Когда территория целостность будет восстановлена, а что касается победы, победа будет когда Путин предстанет перед судом в Гаагском трибунале. Я даже не допускаю такой вариант, что территория целостность будет восстановлена, и это будет называться без Крыма, без Луганска и так далее. Для меня территория целостность Украины означает, в первую очередь, это означает Крым, это означает Луганск, это означает все территории, которые, когда Советский Союз распал, какие территории включали тогда, которые владела тогда Украина. Так что об этом вопрос не идет. Украина для меня – это Крым, Украина для меня – это Луганск, Украина для меня – это Донецк, Украина для меня – это те территории, которые принадлежат его, которые признаны Организацией Объединенных Наций, всех стран мирного сообщества. Грузинский легион – это вопрос уже… Я сейчас член грузинского легиона, но что будет грузинский легион, это трудно сказать. Я вернусь в Грузию, я знаю, я не военный, здесь я, так сказать, как можно сказать, научился артиллерийское дело. Я политик, вернусь в политику и все остальное, чтобы восстановить территорию целостность Грузии, это в первую очередь, потому что без Абхазии, без Самачабло, Грузия это как человек без рук или для нас это очень болезненный вопрос, потому что пока Грузия не восстановит свою территорию целостность, мы считаем, что мы никогда не будем, наша страна не станет таким, каким мы хотим. Так что будем бороться за того, чтобы восстановить территорию целостность. Хорошо, надеемся, что когда Путин проиграет, Путин, когда перестанет перед судом, это произойдет без войны, без всякого военного действия. Мы найдем общий язык и мирным путем восстановим территорию целостность Грузии. Я надеюсь, что война не повторится. Я надеюсь, что мы восстановим территорию целостность без войны, потому что, еще раз повторяю, все эта война нам навязана.
со стороны России, со стороны оккупантов. Так что, когда оккупанты не будут, когда у них их имперские амбиции будут, когда не будет их имперские амбиции над абхазцами, над южными осетинцами, когда не будет диктата с Кремля, тогда я думаю, что мы найдем общий язык и восстановим территорию целостность Грузии. Невозможно, чтобы воевали люди, и они не думали о политике, потому что это очень тесно связано. Как ведет правительство своей страны, как ведет правительство Украины, от этого зависит очень много войны. Это все знают, потому что война же не только выстрел с автомата. Война, в первую очередь, это дипломатические взаимоотношения. Война, в первую очередь, какая поддержка будет Украине с других стран, с цивилизованного мира. Все это знают, так что я уверен, в любом части, в окопе и так далее, этот вопрос часто обсуждается между собой. А что касается у нас в грузинском легионе, в основном, где я сейчас в артиллерии, артиллеристы, мы все, у нас только один профессионал, остальное все мы выучили это дело. У нас есть и врач, есть у нас и политики, есть у нас инженеры, есть бизнесмены и так далее. Есть люди разных профессий, которые приехали из Грузии, чтобы защитить Украину. Потому что для нас это более... Например, когда украинец воюет, гражданин Украины воюет здесь, он защищает свою страну. А мы защищаем одновременно Украину, и каждый из нас знает, что мы с этим защищаем Грузию. И знаем, что победа Украины – это победа Грузии. Так что у нас двойная обязанность, типа, как так можно сказать. Я никак не мог опознать до конца украинский народ, потому что первый раз, когда я приехал в Украину, тогда был Майдан, очень трудные дни, еще Оранжевая революция, когда были. Ну, тогда я видел, как люди боролись за независимость Украины. Так я думал, что вот я уже знаю украинский народ, что это означает, это слово. Ну, потом, когда мы на Майдане были, оказывается, я до конца не знал, я подумал, потому что более героически они показали себя. Приехал сейчас, как война, еще раз, ну, нет, оказывается, я еще не знал, потому что у вас великий народ, ваш народ меня с ума сводит, они такие мужественные, храбрые, как они защищают, как они не отступают, не отступают. Я видел первые дни, когда война началась, видел очереди, когда стояли люди за военных комиссариатах, чтобы записаться в вооруженных силах. Я видел старика, 80 лет приблизительно, который нес мешок с песком, песчаный мешок нес, чтобы строить окопы. Я видел маленького ребенка, который вот такие кирпичи нес, чтобы баррикаду построить и так далее. Я тогда повторил, что нет, оказывается, я еще не знал украинский народ. А что касается их взаимоотношений с грузинами, я не знаю, наверное, нет такой нации в мире, которую украинцы больше любят, чем грузинов. Очень-очень часто видел, когда видят нас, и слезы текут у украинцев, потому что им обнимают нас. Иногда такие вещи творят, что даже сердце бьется, и хочется двойнее, тройнее что-то сделать для Украины, потому что такой любовь надо отблагодарить, я считаю. Естественно, к сожалению, не только 10%, даже больше, если не ошибаюсь, я 15% в каждом нации, в каждом стране с коллаборантом. Но когда я думаю о нации, я не хочу говорить о них, потому что у меня есть очень хорошие примеры. Есть примеры героических людей, есть примеры людей, которые борются за независимость Украины, не за независимость Грузии и так далее. Зачем мне говорить на коллаборантов? Это же самое последнее, что может человек, это быть коллаборантом, быть предателем своей страны, потому что очень много разные пути у человека, который может он пройти. Самый грязный из них – это путь коллаборанта, это самый грязный, самый ужасный путь, потому что вот вчера я видел одного парня, который хотел опять поехать на войне, но не пускают, потому что у него нога отрезана, здесь бомбежку попал, но он все равно хочет.
И я видел коллаборантов и здесь, и в Грузии. Я считаю, что вот эта ампутированная нога, ничего, а вот ампутированная душа, которую у этого коллаборанта, это ужас. Так что я не хочу о них говорить, я хочу о вот этом мальчике говорить, которого нет нога и хочет все равно пойти и защитить Украину. Я хочу о нем говорить, потому что для меня он украинец, для меня он я про Украину буду судить и буду говорить в лице этого парня. Коррупция, и это первая проблема, которая встанет перед Украиной после войны. И вторая – это взаимоотношения с теми людьми, которые живут в оккупированных территориях. Но я думаю, что выиграть войну – это такой большой шаг, что это вы обязательно сможете и эти шаги тоже правильно вставить. Очень часто политики, очень часто политологи и так далее обсуждают, что он хочет. Наверное, это не так легко догадаться, потому что он не нормальный человек, он маньяк. Это параноик, которого движет параноические какие-то... Чтобы понять, что движет его, для нормального человека это очень трудно. Что он хотел от Украины вообще? Почему он напал на Украину? Он хотел войти в историю или он хотел что-то объединить? Он думал, что украинский народ встретит их хлебом и солью и так далее. Я не знаю это, потому что я знаю, что он напал на Украину, он хотел присвоить эту территорию, потому что он маньяк, он параноик. Так что, что сейчас думает? Сейчас, наверное, как каждая собака, которая прижатая в углу, он ищет выход. Ну, это выход для него практически не осталось. Собака в углу прижатая, по-моему, неправильно. Зверь прижатый в углу. Собак очень люблю. В отличие от Путина. Надо зло победить. Если мы не победим зло, как мы не учили, что мы не учили наших сыновей, наших детей, следующее поколение, так все равно эта война произойдет, потому что зло не может так существовать, чтобы он не касался, не бил и все. Он обязательно выявит себя в каком-нибудь ситуации. Так что зло надо победить, зло надо, чтобы зло закончилось. Так что, когда я думаю, вот, например, территориальную целостность Грузии, территориальную целостность Украины, самое большее, что я не хочу, чтобы это оставить моих сыновей, что им пришлось это восстанавливать. Почему я принимаю здесь и в Грузии, буду принимать и участие в этом? Потому что я считаю, что это мы должны закончить, наше поколение это должно закончить, чтобы перед нашими сыновьями, перед следующим поколением эти проблемы, чтобы не стояли, чтобы они об этом не думали. Они думали только о том, как развить свою страну, как процветаться, что и как они сделали, чтобы наша страна расцвела. Так что нам надо выиграть зло, победить над злом, нам надо окончательно окончить это зло, а после этого, я думаю, что они будут уже нормальное государство строить. Такое европейское современное государство, где практически войны уже нету в большинстве странах. Естественно, когда как каждый день это становится лучше и лучше, потому что и волонтеры, и государство, и так далее, организовано становятся, они тоже больше, потому что первые дни то, как смогли, могли, так и помогали. А сейчас уже целенаправленная помощь есть. Раньше, если присылали, например, одежду и так далее, еду и так далее, не спрашивая, что нужно и так далее. Сейчас практически составляют списки, кому что нужно, что не хватает и так далее. Более организованно и со стороны волонтеров, и со стороны государства. Так что в отношении одежды, еды и так далее, можно сказать свободно, что это хорошо отрегулировано уже этот вопрос. Что касается вооружений, есть разные. Есть вооружения, которые, например, автомат и так далее, которые
практически уже в очень хорошем в этом снабжена, вооружена вооруженные силы Украины. Но есть еще сверхточные оружия, которые очень много поступили и очень много должны поступать в будущем. Например, если брать для нас, например, в артиллерии «Хаймарс» и так далее. Первые дни кто мог мечтать о «Хаймарсе», а сейчас «Хаймарс» есть, и мы говорим, что нам нужен «Патриот», нам нужен «Насам», нам нужен «Ирис», например, нам нужен «Панцерхаубиц» и так далее. Так что я уверен, что в этом плане каждый день будет лучше, чем предыдущий день, потому что я считаю, что мир, цивилизованный мир, выбрал правильный путь. Они все встали вместе, чтобы над злом победить. Пока хотя бы один снаряд падает на украинскую территорию, мы будем требовать больше и больше оружия, потому что мы хотим, чтобы украинское небо было безоблачное, и чтобы над Украиной, в Украине никогда не погибали дети, старики, молодежь, военные и так далее. Мы хотим, чтобы Украина всегда была мирной, чтобы в Украине не было войны, не было взрывов, не было смерти, не было гибели, не было разрушений. Русскими, которые воюют у нас в грузинском легионе, я не встречал, но встречал вооруженные силы Украины, русских, которые воюют за Украину. Еще раз повторяю, я считаю, что это самая большая победа Украины, потому что русские, которые воюют на стороне вместе с украинцами против оккупантов, они осознают это государственность, свою важность государства, важность защиты своего государства. Для него Украина – это свое государство, это для него Украина – это своя родина, и он защищает свою родину, свое государство. А что касается других национальностей, ну, у меня друг с Индии подружился, и у меня друг, двое друзья с Японии, у меня друг с Австралии, так что очень много хороших ребят с разных стран в грузинском легионе вместе с нами принимают участие здесь. Они состоят членами в грузинском легионе, и они очень мужественные, очень хорошие ребята. Для меня, как про грузинов, когда я говорю, про украинцев, когда я говорю, для меня их ни коллаборанты, ни такие люди, как это, даже не люди, трудно сказать, кадыровцы и так далее, я не буду о них говорить. Я буду говорить, когда про Чечню говорю, буду говорить тех людей, которые вместе с нами, вместе с грузинским легионом, вместе с украинскими вооруженными силами воюют против оккупантов. Я их считаю чеченцами. Они настоящие чеченцы, потому что, еще раз, у них был Джохар Дудаев, у них был легендарный Шамиль, который в свое время возглавлял борьбу за независимость Чечни. Так что для меня вот эти чеченцы, которые вместе с нами воюют, они продолжают их дела. Представьте себе, столько боролись Чечня за независимость, а сейчас какие-то кадыровцы приехали сюда и воюют вместе с оккупантами, ихними оккупантами, против украинского народа, который борется за независимость. Это же трагедия, трагедия этих людей. А настоящие чеченцы – те люди, которые здесь борются за независимость, за территорию целостность Украины. Очень редко я употребляю эти слова, когда приходится мне отдельно говорить про правительство и про народ. К сожалению, у нас наше правительство, позорное правительство, не то, что они не поддерживают Украину, не то, что они практически заняли такую позорную позицию в этом войне. Они даже нам, которые сейчас в грузинском легионе, угрожают, что отнимут грузинское государство и так далее. Несколько дней назад представители правящей партии выступали по телевидению и говорили, что мы потеряем гражданство Грузии. Ну, это смешно, но это позор просто. Но что касается народа, что касается населения Грузии, я
я ничего не... Вот когда они выступили сейчас, практически вся Грузия чуть не взорвалась, они поддерживают нас, и, как сказать, они все знают, что это победа, большое большинство знает, что победа Украины – это победа Грузии. Так что я уверен, что наше правительство вместе с Путиным уйдет в ближайшее время политическому мусоросборнику. Это чувствуется в каждом телефонном разговоре, когда разговариваешь с своими близкими, с друзьями и так далее. Это чувствуется в каждом посту на Фейсбуке или в социальных сетях и так далее, что они все знают, что победа Украины – это очень много изменений для Грузии, это шанс, чтобы восстановить нашу территорию, целостность и так далее. Это чувствуется везде, по телевидению, когда смотрим и так далее. Так что, поверьте мне, Грузия, население Грузии очень хорошо ощущает и чувствует, какая важность имеет победа Украины в этом войне. Наверное, из-за этого, что самое большое количество в украинском вооруженном добровольцы, которые приехали, самое большое количество это с Грузии, где-то 3000 человек приехали с Грузии, воюют на стороне украинских вооруженных сил, потому что мы все знаем, что победа Украины – это победа Грузии. Например, по телевидению или передали, что какой-нибудь город упала крылатая ракета. Практически на второй день, с утра до ночи, звонки, письма, смс и так далее, как у вас дела, как все знают, потому что каждый следит, первое, что они хорошо осознают, что очень важно этой войны для Грузии, второе, 3000 человек, представьте, сколько у нас родственников, близких и так далее, которые переживают за нас. Я месяц назад был в Грузии временно на 3 недели. Сейчас вернулся обратно, видел своих близких и так далее. Но очень многие ребята даже не въезжали пока. Даже они, когда говорим, что приехал он, увидит своих близких, родственников и так далее, пока не пойду, пока не выиграю, пока не выиграем эту войну, говорят. После победы я пойду в первую очередь в Киев. Там есть на Майдане, в Небесном сотне состоит мой друг Давид Кипиани. Я повешу его памятник. Потом пойду в Киеве, есть могилы унаусцев, которые воевали в Грузию, и на их кладбищах написано, что они погибли в борьбе за территорию целостности и независимости Грузии. И я скажу, что мы все сделали, чтобы отблагодарить, что они делали для Грузии. Мы были долгу перед ними, потому что они защищали нашу страну. Потом пойду в Грузию и повидаю всех в семьях, пойду все в семьях, которые погибли здесь, в Украине, в семьях этих героев, которые погибли здесь. После этого не знаю, наверное, у нас очень много дел там. Очень много дел. Нам надо Грузию вернуть на правильный путь. К сожалению, сейчас Грузию правит сила, которая управляет Путин. Так что, если до моего приезда это не изменится, второй же день придется мне встать на баррикады, пойти на акциях, на митингах, выступать против правительства, потому что пока это коллаборант, Иванишвили правит Грузию. Я не смогу остановиться. Меня зовут Шкенти Николоз. Я член большой семьи Легиона. До войны я был обычным гражданином.
Я предприниматель, но с 26 февраля, когда эта нечисть зашла на территорию Украины, я не мог сидеть просто так. Я с первых дней воюю, уже 10-й месяц скоро будет. Я начал войну под Макаровым. Я не мог выехать в Киев, чтобы присоединиться к грузинскому легиону. Я там служил в ДФТГ с хлопцами, с украинцами. Мы через это там прошли все. А сейчас я здесь с легионом и отгоняем их. И идем вперед маленькими шажками, но уверенными шажками. И, знаете, смотришь на это и хочется мира. Хочется, чтобы это все поскорее закончилось. Чтобы люди вздохнули и чтобы я не видел их грустные лица, чтобы меня не спрашивали. Нас опять будут бомбить, нас что нам рубить. Поэтому как-то так. Поэтому я и служу здесь и буду служить до конца, пока война не закончится. Самое главное, чтобы путинский режим закончил через суд. Чтобы весь мир их отсудил, чтобы все знали, что в нашем веке нету больше зла, потому что очень много нужно сделать для планеты, для всего человечества. Нужно жить мирно, улыбаться и наслаждаться жизнью, а не приматься и держать в руке оружие. Крым – это Украина, Донецк – это Украина и Луганск – это Украина. Поэтому она должна восстановиться в рамках 91 года. Это обязательно. Чтобы она вернула все свои части и чтобы она процветала. Я буду стоять до конца, буду воевать до конца, пока мы этих, я даже не хочу их назвать людьми или какими, этих не выгоним из украинской земли. После этого нужно восстановить эту страну. Но еще после этого моя страна сейчас в беде. Там тоже 20% оккупировано. И я не знаю, я как сейчас военный буду рассуждать. Я хочу мира. Если это мирным путем произойдет, будет добро. Если не мирным, тогда придется освобождать и Грузию. Я думаю, что когда мы здесь победим, на этой земле, и когда путинский режим уйдет вообще в никуда, то наши братья, абхазы и осетины, которые живут на нашей территории, в Самочабло, они опомнятся, что они были зомбированы, и эта война была выгодна только России. И я надеюсь, там есть люди, которые мыслят нормально и мыслят правильно. И они... Мы сами договорились. Я надеюсь, что это будет мирным путем. У людей появилась надежда, что мы победим. Однозначно. Рухнуло то, что всегда Россия говорила, что мы самые великие и мы самые сильные. Нет. Этот миф рухнул. И у каждого из нас, у обычных граждан, с кем мы встречаемся, у них надежда. Надежда, что мы очень быстро победим и восстановим все. Нету того страха, что было в начале. Что я видел, что люди убегали просто в панике. Сейчас люди возвращаются, я не знаю. Они верят в нас, в ЗСУ, что мы это сможем сделать. Страха больше нет такого, какой был в начале. Россия напала вероломно. Его нападение, по-моему, значит, можно сравнить с нападением Германии на Советский Союз. Тогда очень многие не верили, что Россия на это пойдет. В самом начале войны мне дали калашников и два рожка. И больше ничего у нас не было. Но сейчас у нас есть оружие. Мы, не мы, а армия стала, знаете, война очень многое учит. Можно научиться этому делу просто в мирное время, а на войне это совсем другое. Мы сейчас очень сильны, и мы уверены в себе. И вот эта уверенность нам дает, что мы должны идти вперед.
Еще самое главное, мы на своей земле, а не на чужой. Воевать с Калашниковым, да, в мире считают, что Калашников это одно из самых эффективных и лучших оружий, но нет. Еще больше крутое оружие, которое более эффективное, более, как скажем, точное. И с ним воевать, да, это сейчас Лео Гоблином называю, потому что он зелененький такой. И с этим оружием более эффективно, сравнений нет. Мы сейчас все, даже я слышал, что орки говорят, что там какие-то универсальные солдаты, ну, про наше обмундирование. Потому что 21 век, а они остались, не знаю, в каком веке еще. Это же мирное время, когда у тебя что-то хорошее, тебе лучше от этого становится, да, и эффективнее. Технологии идут вперед, и воевать, да, эффективность с этим новым оружием воевать, и намного лучше воевать. Я вообще не знал это дело. Вообще, и когда меня позвали, вот, мою группу, да, я сначала был скептически, я даже сказал, я не хочу, потому что, ребят, я не знаю ничего. Но я научился. Я считаю, что я очень эффективно работаю. И мы очень много делаем, как артиллеристы, для того, чтобы мы все вместе поскорее победили. Поэтому, да, артиллерист, но артиллеристу тоже нужно оружие, потому что бывают разные моменты. К сожалению, они... Противника нельзя недооценивать. Поэтому бывают такие случаи, что можно и попасть в ближнем бою, и тебе автомат обязательно нужен. Я вам скажу, я больше стал любить жизнь. Я реально переоценил все и очень многим говорю. Самое главное – это мирное небо. И главное – жить. И радоваться, и наслаждаться жизнью. До войны многим было, на многих вещей, допустим, все равно, но сейчас переоценка пошла. Переоценка то, что нужно больше любить ближнего, нужно любить свою землю. И я думаю, что когда настанет победа, люди будут намного добрее, чем мы. Чеченцев, ичкерцев, да. С ребятами я встречался, мы разговаривали, с иностранными тоже. А я вам скажу, у нас один общий враг. Враг, который, наверное, вся человечество поняло, что от этой опухоли нужно избавляться. Потому что по всему миру они только сеют зло. И сейчас мы, люди, все иностранцы, все объединились против этого. И победа близка, потому что они не смогут победить всех нас, потому что нас много, и мы знаем, за что мы воюем. Я очень хочу в это верить, что есть хорошие люди, которые против войны, которые против ихнего режима, и я надеюсь, что они поднимут свой голос и скажут всему миру, что мы хотим мира. И самое главное, знаете что, чтобы русские не думали о всех нас, об остальном мире, сверху не смотрели на нас, а думали, что они тоже нормальный народ. И пускай живут, по моему мнению, чего он хочет. Я не знаю, чего он хочет. Он хочет господствовать над всеми. Над вольными народами, над людьми, у которых есть свое мнение. И его пропаганда к этому идет. Но этого не быть. Добро всегда побеждает зло. Но человек, который, как вам правильно сказать, у него нету ничего хорошего. Он сеет только зло. Он думает, что он выше всего, но... Это не так. Он хочет просто гнобить народ. Он хочет нас сделать опять
как мои родители, я жил, да, в Советском Союзе, чтобы это все было закрыто, и нам просто промывали уши, что у нас все хорошо. Но этому не биться, потому что сейчас 21 век. Мы люди вольные, и мы свободные люди. Мы можем говорить, что мы думаем. Мы можем делать, что мы хотим. А зомбировать нас не удастся никогда. Поэтому и мы, и Грузинский легион, и все ребята, которые воюют сейчас, мы поэтому и стали. России не быть здесь. Они очень много зла здесь посеяли. К сожалению, очень много плохого сделали. Поэтому им не быть здесь. Пускай они хотят своей России это все. Мы на их территории не идем. Знаете, очень много раз бывали случаи, когда просто обычные прохожие тебе говорят «дякую», и это... Как вам передать это чувство? Это не передать, это так тепло, знаешь, когда тебе просто подходит женщина, мужчина, пожилой, или девушка, и тебе говорит «спасибо», и обнимает. Это самое лучшее, что можно ощутить. Грузинские военные в окопах. Мы иногда поем и смеемся. Мы говорим обо всем. Знаете, если ты в окопе сидишь, и у тебя и времени нет о чем-то думать, кроме того, чтобы сосредоточиться и думать о своих друзей, о своих побратимах, потому что у нас у всех своя функция, и эта функция распределена. И о политике говорим, и о жизни. Это как-то в нашем мире это как-то по-другому. В основном мы смеемся, слушаем музыку и наслаждаемся проделанной работой. Когда мы выходим на операцию, мы знаем, куда идем, мы знаем, что нужно уничтожить. Сейчас 21 век, и слава богу, мы можем это все увидеть, что мы сделали, как зарубили сразу же. Поэтому, да, это, знаете, допустим, каждый взорванный склад или штаб, или колонна, к сожалению, русские так сделали, что ты от этого получаешь удовольствие. Каждый взорванная любая техника или взорванный окоп — это месть за всех наших ребят, за детей, за мирных граждан, которые они просто убили, уничтожили. Поэтому, наверное, я скажу, что это, да, наслаждение, как скажем. Не наслаждение, а чувство удовлетворенной проделанной работы. Мы часто говорим, после работы у нас всегда брифинг, и что мы сделали не так, мы всегда это обсуждаем. А когда ты сделаешь свое дело, и твоя цель уничтожена, это круто. Это реально супер. Да, ты, потому что ты сделал это, спас очень много жизней. Мы это сделали, и мы это будем делать всегда. Насчет коллаборантов, что их нужно просто посадить в самолет, чтобы они жили в ту страну, куда они, за кого они сейчас. И придет и это время, когда Грузия от этих освободится и будет процветать, как будет процветать Украина. Да, от них нужно избавляться. От людей, которые зависят только от денег, и ради денег они делают все. Они продают свой народ. Они дружат с нашим врагом, который оккупировал 20% нашей территории. С 92 года Россия в Грузии сеет только смерть. И они это поддерживают. Поэтому после победы, я думаю, что они тоже убегут с корабля, как крысы бегут. Для меня победа – это не только здесь, на этой земле победа. Для меня победа будет тогда, когда Грузия вернет свои территории. А после этого, я не знаю, наверное, на месяц куда-то уйду, уеду, где буря, и буду лежать. Я отключу все абсолютно. И телефоны, и буду просто... Вот закрою глаза, и вот все это буду вспоминать, как кошмарный сон. Но оно будет всегда со мной. После победы обязательно в учебниках истории
все эти события попадут. Просто людей, знаете, люди должны жить в свободном обществе, и детей нужно учить, что такое зло, а что такое хорошо. После войны им нужно, знаете, учить, что было. Им нужно рассказывать о своих героях. И нужно правду сказать, что они сеяли по всему миру. И что закончилось, чтобы это больше не повторялось. Это мое мнение. Я воюю из-за того, что у меня пятеро детей. Я не хочу, чтобы мои дети, Польша и вообще дети мира, не видели, что такое война. И мы должны, наше поколение это все должно закончить, чтобы они потом жили счастливо. Ну, я бы сказал, за эти 9 лет практически ничего не изменилось, кроме того, что грузинский легион стал больше, намного больше, чем он был, принял другие формы, и я бы сказал, грузинского легиона сейчас вооружение другого класса. Легион стал в 5 раз больше. Сегодня это одно из самых больших формирований, иностранных формирований украинской армии. За счет того ряда, так сказать, вещей происходящих. Первое, это то, что благодаря начальнику военной разведки Украины грузинский легион стал обширней. Он практически взял на себя ответственность сделать большое подразделение. Вот. И личный состав вырос от 200 человек, которые были до начала войны, до 1300 человек. То есть сегодня грузинский легион довольно большое формирование, у которой довольно хорошая статистика. Эволюция, в принципе, вооружения, новый штат людей. Ребята из других стран еще присоединились. То есть, ну, в общем целом, 33 разные национальности в грузинском легионе на данный момент. И мы стали довольно большим формированием. Изменилось то, что, в принципе, для солдат особо не меняется. Это та же война, может вырос темп войны более и интенсивность. За все 9 лет мы занимались тем же, чем занимаемся и сейчас. Ну, больше ребят начали присоединяться к нам. Так как выросла опасность, соответственно, выросли и мы. То есть, чем интенсивнее это началось, тем больше стала численность. Это тоже один из факторов, который повлиял, скажем так, на грузин, приезжающих сюда. И не на только грузин, а на других, скажем, солдат, приехавших из Запада. Единственное новое, что мы увидели, это авиаобстрелы после полномасштабной войны. Это крылатые ракеты. Да все остальное, в принципе, шло именно так же, как идет и сейчас. То есть особых изменений в ведении боевых действий нет. Россия просто открыто уже начала использовать все возможные методы, все возможное оружие, которое у нее было. Так что, в принципе, ну, во всяком случае, для солдат здесь нету большой разницы. Темп интенсивнее, и это привлекает больше ребят, которые хотят помочь Украине. Знаете, определить так, с каким подразделением ты воюешь, это вооруженные силы России, если можно их так назвать. Ну, профессионализмом они не отличаются, так что, в принципе, большой разницы в том, кем они являются и из какого они подразделения для нас нету. Да, были случаи, когда они сдавались в плен, и, в принципе, мы их передаем сразу же военной полиции. Мы их сразу же передаем, потому что это не наша компетенция допрашивать или опрашивать их. Так что есть специальные органы, кто этим занимается. Сдаются, в принципе, все.
с мотивацией у них довольно плохо, и исходя из этого они... Многие из них лучше сдаться в плен, чем умереть. Так что логический выбор. Для меня лично война началась в 92-м году, в принципе, в начале 92-го, так что и для множества грузин современная война началась в 90-х. Мотивация – это просто один цикл войны, который начался в Грузии, продолжается в Украине, больше ничего. Я не вижу никакой разницы территориально, где идет эта война. То есть это война за свободу, это война за какие-то ценности, которые есть у нас и нет у русских. Так что, естественно, мы в этой войне должны быть на передовых позициях. Свобода – то, что подразумевает за собой свобода, свобода человека. И я не буду говорить политическим языком, я не буду говорить о демократии. Это свобода, чтобы мы могли свободно говорить, делать то, что мы считаем нужным, а не то, что нам говорят делать. Понимаете, это и есть свобода. Так что, я думаю, за нее стоит бороться. Это довольно сложно. Я последний раз виделся со своими родными, к сожалению, когда скончался мой отец. Кстати, мой отец здесь был 3 года, провоевал 3 года и уехал в Грузию и скончался там. И я в последний раз был как раз вот перед войной, за месяц до войны был в Грузии. И, в принципе, после этого я своих родных не видел. Успехи уже есть. Мы видим деморализацию, полностью деморализацию российской армии. Так что... В принципе, я бы сказал, что перелом уже произошел, психологический перелом. Нам просто нужно довести до конца эту войну и деоккупировать всю остальную территорию Украины. Ну, потом Грузия, я надеюсь, в Грузии эти события повлияют на Грузию настолько, что Грузия сможет деоккупировать без кровопролития. Но я думаю, все-таки это должно быть решение общества. Каким методом она хочет деоккупировать свои земли. И народ, я думаю, сделает свой выбор. Я надеюсь, что это будет мирный выбор, и это все произойдет без кровопролития, еще раз повторяю. Довольно сложный процесс, насколько я вижу, потому что русский олигарх Иванишвили, он вливает довольно большие финансы в то, чтобы этого не происходило. Он вливает финансы в выборы, он подкупает избирателей и занимается тем, что характерно России. Так что это довольно сложно, но невозможного не бывает. Украина это доказала. Японцы, скажем. Я не знаю, я не буду перечислять все национальности. Англичан очень много, британцев, американцев. Это люди, которые идеологически подходят нам. Это люди, которые идеологически готовы защищать справедливость и защищать свободу. Так что все профессионалы, которые хотят присоединиться, они в будущем могут это делать. С чеченцами мы, в принципе, дружим. И это люди, которые сами подверглись такой же агрессии, какой сегодня подвергается Украина и подверглась Грузия. Так что идеологически мы... Можно сказать, на одной волне, и да, мы дружим, и практически мы занимаемся одним и тем же. Знаете, я не помню, чьи это слова, но есть такие слова, что независимость и свободу нужно защищать и должно защищать каждое поколение. Оно не передается, насколько помню, Рейган это сказал, оно не передается просто в руки, и оно не может быть неприкосновенным. Каждому поколению, которое хочет быть свободным, оно должно быть готово его защищать. Так что я думаю, что это нескончаемый процесс борьбы добра и зла. И каждый человек, выросший в Украине или в Грузии, он должен понимать, что в любой момент ему придется защищать свою свободу и независимость. Так что поколения должны расти как раз вот с этим. Путин хочет
возрождения Советского Союза. Он просто отстал от времени и не совсем понял, что такое невозможно. В современном мире Советский Союз невозможен, повторение Советского Союза. Идет эволюция разума, и люди начали понимать, что они жили просто в замкнутом вакууме, где им диктовали, что делать, что есть и куда идти. И когда человек обретает после этого свободу, очень трудно его поработить повторно. Но, понимаете, у диктаторов, таких как Путин, мозг работает, наверное, по-другому. И довольно сложно понять таким людям, что люди будут бороться до последнего, чтобы не попасть в то же, в чем они жили. Россия не подвержена свободе, не подвержена ни свободе слова, ни свободе человека. Это не циническое высказывание по России, это реальность. Даже после того, что Россия, через что Россия прошла, россияне не могут понять, зачем им нужна свобода. Так что априори они не будут за нее бороться. Остатки России в том географическом состоянии, в котором они находятся сейчас, не могут просто существовать, потому что Россия создана из порабощенных стран по сей день. И я думаю, рано или поздно, если не русские, то другие, скажем так, федерации России наконец-то поймут, что они могут быть независимы от этого зла. И начнут бороться за это. Это есть практически. Украина положила начало тому, чтобы Россия начала разлагаться. Это естественный процесс, который Россия насильно держала в себе. Сейчас, после открытой конфронтации с Украиной, я думаю, многие народы, входящие в федерацию, начали понимать, что быть частью вот этого зла они не хотят. Сейчас мы маленькими, но уверенными шажками двигаемся вперед. Все бойцы нашего легиона собраны. Идем вперед к победе. А происходит каждодневная рутина и работа. Вот просто каждый день. Утром, ночью. Не имеет значения, когда это будет. Мы просто встаем и идем на работу. У нас, знаете, как какая-то часть наша выезжает, какая-то остается на базе. И мы всегда ругаемся с друг другом, кто выйдет. И никто не хочет оставаться. Да, это очень круто. И вот это дает силу. Знаю, что за тобой человек, который всегда будет рядом с тобой. Всегда прикроет тебя, если это надо. И не дай бог, если ты ранен, я всегда знаю, что он на поле боя не оставит тебя. И я благодарен своим братьям, что они есть у меня. Я горжусь ими и буду всегда делать то, что они у меня были всегда рядом. С такими парнями и в ад подключаются. Ну да, мы в ады идем иногда, но этот ад становится раем после нас. Поэтому мы люди, которые хотим мира. Для этого мы будем делать все и всегда. Когда мы сидим с молодежью, когда мы сидим, я часто рассказываю о своем прошлое, потому что так получилось, что у меня интересное прошлое. Мне пришлось дружиться с такими легендарными людьми, как Мустафа Джамилев, как у нас, например, легендарный Мераб Костава и так далее. Иногда давлю, что такими расширенными глазами смотрят, когда я рассказываю эти истории, потому что и Мустафа Джамилев, и Мераб Костава, эти легендарные диссиденты, которые те дни боролись против оккупации, против советской власти, когда никто не смел об этом говорить даже. Я показывал им вот эти свои ордена. Этот орден, орден чести Грузии. Кстати, я действительный человек, немножко хвастаюсь, так получается, да? Это орден чести Грузии, это орден чести Украины. Я единственный человек, который награжден одновременно двумя орденами чести. Орден чести двух стран. Так что мне очень много рассказывать. Так что
разговариваем, но что самое главное, раньше я всегда думал, что больше меня патриотов на свете нет. В молодости я так думал, когда мне 25 лет и так далее. Ну, сейчас, когда я смотрю этих ребят, которые вместе с нами в грузинском легионе, я не могу так сказать, потому что я очень много учусь от них. Они очень хорошие ребята. А грузинский легион – это сборище патриотов, я могу так назвать. Так что я горжусь моими друзьями, и я уверен, что такие патриоты, как они, такие патриоты, как в грузинском легионе, такие патриоты, как украинских военных силах, никогда не проиграют, потому что зло может торжествовать какой-то период, но зло обязательно проиграет эту войну, и зло будет побежден. Свобода, у свободы и независимости альтернативы нет. Но где мы находимся, в том местности очень много людей, очень много стариков, которые не могут выехать, и мы им даем. Они знают. Сначала они не хотели и говорили, что нет, ребят, пускай вам остается. Мы всегда даем им еду и делимся абсолютно всем, потому что эти люди, которые, они жили, у них было все, а сейчас у них ничего нет. Они живут в домах, в которых крыш нет. И мы помогаем, да. Мы... Да, есть еще у нас наш друг, наш побратим, который, ну, все знают, что нам что-то платит государство, да. Наш друг все свои деньги переводит маленькому ребенку, у которого белокровие, и благодаря его, Акакиберианидзе, его имя и фамилия, благодаря его этот ребенок пошел на поправку, и он так этим всегда говорит, что... У него и внук есть, и дети, и он, кстати, у меня еще один ребенок, ребят, это он так гордится этим. Поэтому мы реально люди, которые не только воюем, а у нас и гуманитарная миссия здесь. Мы будем помогать от всего сердца, от всей души.